Внимание, розыск! Следственное управление Следственного комитета России по Чувашии обращается к жителям республики с просьбой о помощи. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения жителя города Чебоксары Одинцова Николая Никаноровича. 1 января 1968 года рождения. 16 июля этого года он ушел из дома и не вернулся. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно. Приметы Одинцова – рост 176 сантиметров, плотного телосложения, волосы светло-русые, с сединой, глаза голубые. Был одет в джинсы синего цвета, черную футболку, светлые ботинки. Если вам известно что-либо о местонахождении Одинцова Николая Никаноровича, просим сообщить по телефонам, которые вы видите на экране.